В общем-таки, в предыдущей серии у нас все вроде было хорошо, но в конце нас напала стая лягушек и нас убила. Пришлось нам начать заново. Самым изощренным образом. Да. Вот. А у тебя мишка? Да. А у тебя есть зажигалка? Мишка, плюшевый мишка. У тебя есть в инвентарь, нету? Нет. Так, а что он делает, этот мишка? Что она с ним обнимает? Не знаю. Я знаю, что у нее раньше была зажигалка, и она всегда могла... Всегда была при свете, можно сказать. О, червоточину я нашел. Что это? В нее если прыгнуть, ты в рандомном месте появишься. Ну не в рандомном, а ну, с другой стороны карты где-нибудь там. В непонятном месте появишься. Ага. Что это? Так. В общем, сначала собирай траву, веточки, камушки, ягоду. Угу. Первый день выходим, путешествуем. Такой брянь. Это новый рецепт у тебя. Подсказывают, что новый рецепт. Когда ты определенные ресурсы набираешь. Так. Веточка, веточка, веточка. Я вроде хорошо. Раз, мало наедаются вообще всем. Я думал, я сильнее. Я, по-моему, в бобра превращаюсь и могу очень быстро рубить. Кого? Бобра. Большого, большого такого страшного. Но очень сильного. Один. Так. Это? Фу, пока нет, есть зажигалка у меня. В общем, мой план такой. А, есть, ну хорошо. Ты, то есть, может, я не обязательно даже... Не обязательно даже... Так она же там заканчивается? Не, она не заканчивается. Нет? Ну это же зипа. А медведь 98%, то есть он заканчивается. А? Медведь. Я не знаю, что такое медведь. Что он дает вообще? У меня такого не было в первой части. Так, нарублю дрова тогда штук 40 уже. Это он тебе так тум-тум. А? Говорить смешно. Ну и старайся по возможности высаживать шишки там все это. Чтобы Йент не пришел. Я очень боюсь монстров и темноты. Надо учитывать. Ну, мой персонаж. Хоть он и сильный, но он боится монстров и темноты. Скоро ночь. Примерно смотри, где я, в какой стороне, чтобы не потерять. Что такое червот? А, это в другом месте, кажется. Да. Когда я только в бобра превращаюсь, я не знаю, может быть ночью. Я в первую часть играл, он в бобра превращался. Все мужчины так... превращаются ночью в бобра. А ты что, не знала, что ли? Я надеялась все-таки на более лучший исход. Зря я весь всю тайну открыл, боже мой. Блин. Причем на видео. Так. То есть они ночью превращаются в бобров и ищут норы. Опа, опа, опа. Да. Ты абсолютно права. Ты где, Ксюша, ты где? Да, я здесь. Ночь наступила. Все, отлично. Угу. Я просто монстр потянутый был. Ночь — это не повод расслабляться. О, валун. Но я сейчас не могу его. Все настоящие мужчины боятся монстров. В виде женщин? Ну, просто монстров. Ну, эти женщины-монстры. Ну, есть, конечно. Да. Так. Ого. Бойся меня. Шапку нашел, зимнюю шапку, смотри. Ну-ка, я примерю. Смотри. Классно, да? На, попробуй примерить. Для зимы, для зимовки. Ну, смотри, ну-ка. О, смотри. А, ну классно. Ну хочешь погонять? Она, по-моему, она будет тратиться, нет, интересно. Все, можешь убирать. Она. Хорошо, в общем, вроде неплохо складывается. Смотри, мы уже нашли золотую руду. Можешь сделать кирку и добыть. В принципе, давай я буду добывать, потому что это. У тебя просто будут лишние ресурсы находиться. Хочешь мне золото, потом можешь отдать?
ты хитренький, я его забарыжу где-нибудь на черном рынке. А не надо барыжить, смысла нету. Вот нам для крафта нужно будет. А я-то не для крафта, я даже чисто бабло. Тут деньги ничего не значат в этом мире сыром. Представь себе, ты в лесу окажешься. Вот зачем тебе деньги? Ну как в форесте костер разжигать? Разве что костер, да, разжечь. Да. А ты думаешь, чем вы в этом мире, да, как бы эти правила не действуют, людские. Беда. А где мой топор? А почему я вот туда вставлю вот на ячейку, чтобы единичкой брать? Он так, паутину делает. Нам тогда нужно будет добыть потом. Чтобы сделать удочку, это будет наше пропитание рыбы. Это рыбное пропитание очень, очень хорошая штука. Ой. Далеко сильно, только не отходи, не отставай. А, посадить. Это прибываю. В принципе, мы можем уже рюкзаки сделать себе. Вот на этот раз у меня мало веточек и травы. Так, так, надо будет скоро озаботиться чем-нибудь, чтобы поесть. Чтобы вот, не видишь, доводить. Ты уже понимаешь принцип. Хорошо. Ты уже начинаешь следить за всем. Слышь. В этом и смысл. Так. Не, просто сначала сложного персонажа выбрал, что он только мясо жрет, падла. Ну да, но зато у тебя воин, тебе можно было нападать на всех. Да. Ой, я с голоду умираю. Ну, не прям критично, но надо бы что-нибудь поесть. Так, ну подожди, надо же, значит, это... Что-то я ягоды вообще ничего не находил. А где деревья? Так, ты справа, я с левой стороны. Примерно, заметь? Ага. Видишь, иконка подсказывает. Все, ты далеко сильно ушла. Так, что такое найти-то, ну? Потому что видишь, у меня что уже наполовину голод. Да, сейчас приду. Я камушки подбираю. Так. Я не вижу никаких ягод. Ой, это плохо. Вообще никакой еды. У меня одна семечка и все. Одни камни и деревья. Так, короче, надо и паутину срочно, мы можем ловить рыбу. Так, ладно, идем по-любому. Даже если морковку, видишь, собирай морковку. В таких критичных ситуациях нужно морковку собирать. Нужно жрать. Если плохо совсем. Что есть? О, я сохранюсь. Нечего. Прыгнука. А ты камень активировал или нет? Подношение. Ничего не активировал. Нет. Он активен. То есть мы, если умрем, то отсюда должен начать. Какие-нибудь ягоды что-нибудь находишь? Нет. Ладно, я по низу бегу. А тебе видно, как я карту открываю или нет? У тебя, наверное, своя карта. Не вижу. Вот ты, блин. Тут надо базу ставить, если мы к нам вдвоем играем, чтобы могли как-то ориентироваться. Вот именно. Находить друг друга. Ты где? А где ты? А ты где? Шах... Ну ничего, я, допустим, если поставлю базу, то ты должна ее, наверное, увидеть. Слушай, я бегаю по лесу, вообще ничего не вижу, никакой еды. Блин, срочно, а пауков ничего такого не видел? Сочные ягоды с куста какие-то я нашел. Такого вообще раньше не было. Нифига себе. Я какие-то ягоды нашел на болоте. Внизу. Тут птица какая-то, не видел. Вниз, иди вниз, на юг. Тропинка будет. Тропинка будет. По полю? Я сейчас по полю хожу. Так, ну это мало мне. Нифига себе, прожора. По тропинке иди, по... Блин. Во, сочные ягоды нашла. Тоже нашла? Сочные вот, ягоды там, тут их вот... Там три ягоды выпадают. Тут для рыбы можно. Тут, кстати, базу хорошо обосновать. Я не понимаю, мы заблудились, Ксюш, мы заблудились. Вот смотри, карту открой. Видишь поле вот это желтое такое вот? Ну да. Каменное, подожди, каменное? А? Каменное поле. Желтое поле. Где? Тут прям несколько кустов сочных ягод. Рядом с червоточиной, куда идти? Червоточина? А, вниз прям. Ты недалеко от червоточины? Ну как, ну не прям почти внизу от нее, там через я очень далеко пройдешь? От тебя, я очень далеко. Сейчас целые тут 4 куста сочных ягод нашла. Зато я нашел очень много золота, дофига просто. Тут их золотом сыт тысяча, не будешь. Тысяча просто.
Так, и ягод, новый ягод. Ресурс. Булыжник какой-то нашел. Я не знаю, что такое какой-то булыжник. В первой части такого не было. Что-то новое. Иду, короче, о, я даже... к червоточинам. 4 ягоды есть, наелся. Давай у червоточины встретимся уже. Ну-ка, как она зажигалку зажигает? Ну-ка, как это выглядит? Где она? Ну, она мало света дает. Ну, дает же, то есть я могу с ней бегать? Ну, можешь, да. Ну, ты почти видеть ничего не будешь. Обзор маленький. Ну, главное, чтобы не напали. Ну, да. Лучше не жалеть веточек и солом. В принципе, она везде и есть. Знаешь, какая-то зажигалка нужна. Какая-то каменное логово есть. Ну, и туда лучше, наверное, не суваться пока что. Вот, я пасеку вижу. Правда, мед не умею добывать. Как-то можно мед добывать. Ты рядом с червоточиной, нет? Уже сейчас, ночь. Сейчас. Будь аккуратна, ты сейчас погибнешь. Ночь. Лучше заранее достань прям зажигалку. О, морковка. Я нафиг соберу морковку. У нас критическая ситуация. Лучше не жалеть в таких ситуациях морковку. Ухваляется. Я тебя вижу. А я нет тебя, я нет. Я вижу тебя, я внизу. Так, у нас нету... Дерьма у нас нету, это плохо. Так, давай костер ты говоришь. Что ты делаешь? Так, нужно пропитание срочно искать. Ну, ты сильно голодный? Не, я сытая. На тебе на, я тебе вот. Ешь. О, спасибо. Так, давай тогда пожарю. Кого? Ягоды? Ягоды, да. А что, их все жарить можно? Да. Так, я сырых не жралась. Ух ты, ёпта. Нифига тебя штырит. 127, смотри, 127. 145. Ягоды нормально дают так. 164. Всё, спасибо, Ксюша. Они внизу, вот я тебя день наступит. А они вообще. Смотри, я машину сделаю. Ягоды респавнится? Ну да, вроде. Там просто целых 4 куста и пруд с рыбой. Смотри, делай, короче, рюкзак. Рюкзак это очень важно. А лопата зачем? Лопата пока не нужна. Это выкапывают там всякие вещи. Так, выживание, где я забыл? Да, выживание, рюкзак. Можешь сделать? Он легко делается. Из веточек как раз таки. Я посмотрю, что я могу сделать. Сейчас научная машина, это понятно. Так. Сделай броню. Броню. Будем на пауков сейчас охотиться. Броню и копье. Травяную могу только, да. А тебе нужно будет... Деревянные. Но это две веревки. А, подожди, веревки надо сделать. Где веревки? В каком? Выживании или где? Где алмазик такой? Алмазик? А, вот, вижу, создать. Добой. Создать. У тебя сено есть? Можешь сено мне дать? Трава, что ли? Да. Сколько у тебя? Так, ты сделал себе броню? Так я сейчас собираюсь. Ну, ты... Деревянная. Ты веревки накрафтила, да? Да. Так, мне нужны две веревки. Теперь я могу делать броню деревянную. Деревянная хорошая, нормальная. Все, просто положи ее куда-нибудь в слот. Когда будем нападать на пауков, просто оденем. Нафиг ты его взяла. Так. Пойдем нападать. Подожди, что у меня есть? Деревянная броня, веревка, шапка. В рюкзак складывают то, что пока не будешь чем пользоваться. Кстати, можно пепел в рюкзак положить. Пепел нужен будет потом для... Для мази. Лечебной. Ага. Я думаю, пока рядом с червоточиной останем, оставим эту научную машину. Лепестки зачем? А, это есть? Я пока, наверное, в червоточину прыгну. А, для этого нужно больше знаний. Для подарка. Фига себе. Ага. Я в червоточину, если что. Где ты оказался? Тут пасека. А видишь, у тебя карта вверху открылась или не открылась она у тебя? Ой. Ой-ой-ой. Так, нужно нам сено.
А кто тут поставил ловушку? Я не знаю. Это веревки халявные валяются, ты что? Собери. И ловушка. Ну кто-то умер, наверное. А кто? В смысле? Ну тут бывает рандомно, как бы умирают. Ну просто как бы какой-то персонаж якобы умер. И из него ресурсы выпали. Так, делаю топор. И начинаем выживать. Еду. Так, значит, цель найти, наверное, пауков, чтобы паутину забрать. Да, нам забрать. Бы паутину надо. Когда у нас будет удочка, мы сможем хотя бы рыбой питаться. Это очень хорошо. Так, идем вниз, внизу. Что ты хвастаешься? Паутина! Пауки! Да? Блин, ну они сейчас будут выбегать, надо их будет бить. Так, смотри, сейчас знаешь, что делать? Подожди, где? Надевай броню, вот тут рюкзаки скидывай, смотри. Просто нажимай правое. Я вот так в броне уже. Все, рюкзак я скинул. У тебя что, рюкзака не было? А копье где делать? Ты рюкзак потеряла свой? Я его еще не делала. А, понятно. У тебя копье. Ну копье есть, нет? Ты делаешь это копье? Ты, наверное, не сделала. Ну да. Так, ладно, так, я пока где кофе. Оно, кстати? А, блин. Я же вернуться, наверное, да? Что ты мясо не берешь? Где мясо? Вот. Ну возьми, можешь взять. А мне не мясо. Ладно, я думаю, отобьюсь от них. Достали, боже мой. Ну, в броне видишь, как у меня мало отнимается здоровья. Ага. Вот паутинки возьми. Так, я, в принципе, взял. Вот, вверху лежит еще одна. Дурочка, что ли, что скачешь-то? Так. Паутина есть, давай тогда назад я вернусь и сделаю. Надо, вот. Знаешь, что не забывать, тут... главное не забывать про рюкзак, это очень важно. Пойдем. А, там вниз надо ниже перенести, потому что... Тихо. Что тебе нехорошо? Кушать хочу. Потому что там есть кусты с ягодами. Я не знаю, не респавнятся ягоды вообще? Ну, со временем там 3 дня, что ли, проходит. Во-первых. А во-вторых, там пруд, где можно рыбу ловить. Там хорошо создать. Посмотрим. Вот, смотри. Машину можно же забрать с собой? Слушай, ну вот же, мы можем тут, по идее, попробовать половить. Где? Сейчас попробуем. А пруд ты где видела? Внизу, да? Да. А я не вижу пруды. Я, наверное, там не был, не открыл это. Пойдем за мной, иди, забирай машину и пошли потом ночью. Подожди. О, подарок я могу открыть. Похож, подарок. Ты можешь открыть? Здесь такое, слева. О, ботиночки. А, я могу. Я могу использовать. А, можно прямо сейчас на персонаже использовать ботинки. Штанцы какие-то. А, фиг. О, все, я немножко извинился. Пошли, пошли быстрее, бери машину. Так, подожди, нет, нам надо... А зачем машину? Прямо... Тут пока... Ну, чтоб там базу сделать. Так, копье, кстати, надо сделать. Я сделал, наверное, 2 удочки. А рюкзак где делать, в чем? А, рюкзак выживания. А, выживание. Так, два. Сердце, мазь. Я попробую рыбу поймать, может получится. Уже ночь скоро, давай подождем. Компас. Аня, тут не ловит, тут не ловит. А, вот рюкзак. Что нужно? А, трава нужна. Блин. Всю траву тут скосили. Можно, по-моему, тут можно плавать или какой-то порт сделать. Где вся трава? Пойдем, Ксюш, тогда. Нет, трава. Пускай надо. Машина будет, ладно, пускай она тут будет. Траву времени мало, надо. Времени мало. Давай, факел, да сейчас, факел доставай. Да сейчас тут переждем. Факел доставай. Потом пойдем. Факел доставай. Пойдем, нормально, пойдем. Пока до туда. Блин, у меня факел всего 20%, у меня еще один есть. Можешь заранее сделать просто. Не веточек мало в этой. А куда мы идем? Зачем мы туда ну, идем? Ты же хотела пойти, где пруд да был. Я сейчас вижу, что ли, куда идти-то. Вниз пойдем. Ну, пойдем, ты веди, ты же видела.
Да. Так. Так, подожди, где мы? Так, иди правее. Ага. Так, ну-ка карта. А, вот здесь где-то. Вот, все, вижу, вот. Вижу. И вот, это, ага. И вот эти кусты, это ягодные. Видишь, сколько их? Круто, вижу, да-да-да. Сейчас уже будет это. Я немножко побегаю. Сейчас будет день, и как раз я попробую половить. Моя уже есть, хочет как раз, но... Главное не стоять на месте, если видишь какие-то веточки, собирай веточки, траву, камни. Кремень, вот кремень важен. Штук 40 надо его накопить. Чтобы всегда был. Все. Так, я там и копье забыла, и мне надо. И мне надо забрать. Так, вот факел валяется. И мне надо забрать. Тут лягушка. Ой, боже мой. У нас очень сложные с ними отношения. Дурацкая лягушка. Вот лягушка мне прям бесит. Бесит, да. Они еще языками. Ну да, когда они это так делают, из тебя что-то выпадывает, какой-то предмет. Вот именно. Безобразники. Так, все, ловлю. Наловлю рыбу. Перекусим. Я прям все, наверное, рыбу съел. Ой, мы отсюда пришли. Раз. Когда все вырастет снова? Травы, ну, вообще базу пока не стоит делать. Нам надо найти какашки, чтобы могли грядки сделать. Пускай там пока будет это. Та машина. Мы еще можем создать ее. Угу. Ты сильно голодна? Ну как-то хочется вот. Так, ну я пока две рыбы поймал. Будешь я ловить рыбу? Будешь рыбу ловить? Ну, мне надо удочку. Я могу дать тебе удочку. А ты можешь что сделать удочку? Опять пришла эта падла. Так, подожди, подожди. Прежде чем атаковать, лучше. Отлично. Что с ней выпало? Это мои веточки просто. Не, с нее ничего не выпало? Ну, только эти лягушачьи лапки. А, ну они сильно много не дают. Тихо, зачем ты... А, морковку подобрала. Да ничего, ладно. На, удочку лови, на. Удочка. Так, золото тебе сначала... надо, вот на. Давай. Сначала закидывай. Ждешь, когда будет клевать. Удочка где-то. Вот будешь тащить. Подсечь, а потом тянуть. Два раза надо нажать, поняла, да? Два раза. Сначала подсечь, потом тянуть. Интересно, откуда здесь рыба? Это же лужа. Ну, может, она глубокая. Подает какой-нибудь океан, может, там, через подземные. Ага. О, неплохо, я уже 4 наловил. Давай, давай. Жрать сильно хочу. Подожди, я пока костер разведу, чтобы уже жарить. Кострище! Кострище не надо, на базе надо кострище ставить. Оно у меня дорогое. Тут травы нет, травы у меня нет. Лягушка, лягушка появляется, знаешь где? Убегай. Она с болота этого и появляется, я понял теперь, я видел. Я... Ну-ка, сюда ко мне беги. Вот тварина. Ты моего медведя! Я тебя за это убью. Опять! Добей ты его, это дерево мешает, что ты будешь делать? А, то есть на пруду обитают лягушки. Вон оно что. Не знаю, я не могу другой костер построить, поэтому строю этот. Зачем? Да нет у меня травы. Ты могла мне сказать, ты могла мне сказать. Ну ладно. Ну пусть. Подумаешь, найду снова. Ну ладно, просто ресурсы зазря. Ничего страшного. Зажигалку можешь подобрать. Рым, вот это что такое? Я, наверное, пойду да, пожариться. Да блин, у меня мешает это. Трава это мешает. Я не могу подобрать. Капец. Ты можешь вертеть. QE. QE верти камеру. А, все понял. Так, рыба. Где моя 28, рыба-то? 28, 48. 53. Я такой прям прожорливый. Капец, мне еще дофига надо еды. А, нужно сделать... Вот если казан сделаем, тогда жизнь... Будет лучше. Где удочка? Там прям сытость будет по 40 прибавляться. Ну, если блюдо знаешь. Попробуй вылези, падла. Так,
113. У меня уже 113, кстати, все. Но, блин, мой персонаж такой прожорливый, ужас просто. Да моя тоже, знаешь, не лучше. Да блин! Ну, половим. Уже скоро ночь. Да. Ой, а что они так делают? Ну, деревья растут. Очень страшно, они растут. Все равно последний поймаем. Пока ловил, я уже проголодался, боже мой. Это какой-то замкнутый круг. Поэтому по-хорошему надо казан сделать. Там же рецепты как-то изучать. А где его делать? Он у тебя опять какой-то несчастный вид у него. Ну, потому что голодный. Да, если мясо монстра. Нет, это плохо. Так, ну-ка, если я сделаю все-таки машину, зачем это сделаю еще? А для казана что надо? Казан, по-моему, выживание. Ой, какой ужас. А, шарик с водой зачем? Лечебная мазь. А что? Жертвенное сердце. Высасывает твою кровь, чтобы оживить призрачного друга. А, нифига себе. Можно спасать, оказывается. Это выживание. Надо такое сделать, да. Но у тебя, видишь, у тебя будет минус 40 здоровья. Лягушка! Ее можно убить. Нет. На всякий случай сначала... Куда ты пошла? Иди отсюда. Казан, как создать казан? Я вот не знаю где. Пришла опять. Где создается казан? Эх, боюсь. Лягушка. Конструкция, может. Я думаю, казан в выживании создается. Тут слишком много прям предметов. В отличие от первой. Бой, наука. Еда, наверное, да, еда. Ага, слушай, нифига себе, нам нужен будет уголь, веточки и камень. Чтобы камень создать. А, ну все, камень создал. Я сейчас, короче, буду деревья поджигать. Чтобы уголь создать. Так что не бойся, придется нам деревья сжечь. Что там сделать? Какая камень? Уголь, деревья. О! Они лягушачьи лапы нормально дают. Ой. Сейчас уголь будем добывать. Ой, лес горит, чё? Ой-ой-ой. Ой. Близко не подходи просто. Я... Ой. Нет, а не горит нормально. А я добью кусты. Как это? Я чуть-чуть пожарился. А где лягушачьи? У меня же лягушачьи лапки были. Нет. Что-то я слишком переборщил, наверное. Ты что там делал? Нам нужен уголь. Слушай, а почему-то угля нету с них? А, вот, надо рубить. Нам нужен топор. И с них уже уголь добывают. Мы сейчас казан делаем. Я переборщил, наверное. Вот уголь. Иди собирай. Капец, а кусты-то за что ты сжег наши ягоды? Блин, я не хотел кусты. Ладно, будут еще кусты. Саша. Все сжег. Каштан. О, у меня со здоровьем проблема. Бой, им тут, наверное, это плохо. Я могу. Пиздец горит! Ай, я ночь на машину сжег. Боже мой. Ты сумасшедший. Да, надо, конечно, подучиться играть. Я к другой подошел. Так, а теперь я могу создать казан. Ой. Сжег пол леса. Это еда. Теперь плохо. Они надышались и убить им всякие.
Только я забыл, как там что делается, блин. Открыть казан. По-моему... А, у меня веточек... Есть веточки? А, нет, подожди, по-моему, можно вот так сделать. Будет что-нибудь? Нет, подожди, а где у меня веточки были? Вот ветки. Лягушка, наверное, забрала, блин, моя. Мои веточки. А ветками... А что там что-то гремит, крышка там? А, это еда? Вот... Под... А что ты приготовил? Лазанью? Лазанью. Она здоровье отнимает, вот мне... Нет, не стоит. Монстра лазанья. Слушай, а как? У тебя есть веточки? Веточки? У меня... Подожди, где они? 7 штук. Так, ладно. Я подберу свои веточки. Значит, я сейчас умру, у меня здоровья мало. 20. Будешь лазанью есть? Она здоровье немножко отнимает, но к сытости дает хорошо. Ну, у меня здоровье... А почему у меня здоровье так много убавилось? Из-за того пожара, что ли? А, может быть. Что это за фигня? Так. Ты нас пришлёшь. Была экстренная необходимость. Очень экстренная. Я какую-то херню достал. Что? Кашица какая-то у меня получилась. Ешь кашицу. Кашица полезная. Я умер. Можешь ресурсы мои забрать. В смысле? Ну, у меня здоровья было мало, и я есть сильно хотел. Подожди, а я могу уже тебя вот как жертвенное сердце сделать? Ну, у тебя мало же здоровья. А, мне нужна минус 40. Тебе нужна железа. И плюс еще железа нужна. Но у меня тут все есть, все вот эти ресурсы. Где тут? Можешь тебе подобрать. А где железа? Просто все подбираю, у тебя появится. А, железа есть. Чем, как восстановить тебе? Здоровье? Можно, чем? У тебя мало, да, здоровья? Ну, у меня, я думаю, как раз таки 40% и есть. Ну, давай уже умирать тогда. Давай попробуем. Ну, попробуем. Умру я или нет? Давай, пробуй. А что делать? Так, выживание, это выживание. Короче, нам еще учиться и учиться. А, так, давай вместо вот этого пока возьми. А, где оно, сердце? А как его использовать? Просто съешь и все. О, нифига себе, какой нашел улей. Она только осматривает его и все. Подожди-ка. Потревожить огромный улей. А, может быть, где-то умер? Надо это делать. Или ты где, призрак? Ты призрак, где? Ну, сейчас подлечу. Быстрее, а то я сдохну сейчас. Бегу. А ты ушел? Я там улей такой нашел большой. Все, я здесь, вот он. На. О! Вот, смотри, я появился! Сколько у тебя здоровья? 60. Вот, если я помру, ты тоже меня сможешь поднять с этим сердцем. Так, на тебе вот это все. А, вот это у тебя было. Пепел. Так, ладно, может, вдвоем выживаем. Просто мало ли, вдруг сдохну сейчас тоже. У меня еды нет, и здоровья вообще почти. Так, еды. Что пожрать. Ну, у нас уже все пошло не по плану. У меня тут все. Нормально, все можно еще вытянуть. А что ты думаешь, все будет легко и просто? Ни хера подобного. Так я тебе это сразу говорил, что это жестокая игра. У меня факела нету. У меня веточек нету, видишь? Да, я. Пойдем вдвоем. Стоим, ждем. Или пойдем вниз ходим. Не, не надо ждать. Надо ночью именно вот ходить. Собирать как раз эти ресурсы. Палочки. Морковку, да, ешь. Ешь морковку, хотя бы, да. Не, просто так надо было есть. Здоровье она не прибавляет. Надо жарить ее. Вот синий гриб, я не знаю, что за синий гриб. Да, пробую съесть его. Ну, ну там сейчас опять это. Ну-ка. Он к здоровью дает. Синий гриб, да? Ешь. Синий гриб. Так ты его все еще найти. Гриб этот. Стой! Плюс 20 к здоровью. Не все еще потеряно. Ты у тебя еще было 60 возродился, ты еще поел гриба, если что, я помру, то меня тоже поднимет, и все. Сказал, привет, Алекс. Короче, надо срочно мне жрать. Что-нибудь. А, что-нибудь это надо в казане готовить.
Надо прям рецепты, список составить. Да, да, ты приготовил уже. Я плохо знал рецепт. Она короче, как-то летальными исходами надо на помощь заканчивается. Звать, надо на помощь звать шаурмя у Джека. Шаурмя хоть в это масса, она бы все сделала. Приготовила бы что-нибудь вкусненькое. Там полно пчел. Так, дорогая моя, тихо. Видишь, просто в казане там очень много разных рецептов. Понятно. Если ты делаешь что-то не по рецепту, то у тебя каша получится. И ты зря продукты испортишь. Нужно правильно все делать по рецепту. А рецептов там их, наверное, ну, около ну, сотни, может, полсотни рецептов. Все, нет меня. Ладно. Сейчас моя очередь. Так, выживание. Вот где? Вот почему мы не можем найти тут эти? Ну смотри, сейчас оживешь. Куда полетает? О, и нормальной еды сразу много и всего там. Ну у тебя здоровье, видишь, черная шкала, это значит, что ты выше этого не восстановишь здоровье. Да и ладно. Может как-то это можно исправить потом, я не знаю. Может оно пройдется временем? Этого я вот не знаю. Я вот первую часть только играл. Да хватит себя смотреть на себя родимую, мертвую. Ищи ты на меня. Так, ну в общем, по крайней мере, мы дольше продержались. Мы уже 6 дней продержались. Еще а продержимся. Просто надо говорить, что с едой сейчас придумать. Мы на 6-й день уже погибли. Ну это первый раз, что-то хотел. А там у нас все, да, все сгорело к чертям. Я там видел большой-большой улей. Мед, по-моему, здоровье восстанавливает. Там оно восстановилось, интересно, нет? Лягушки опять эти чертовы. Вот здесь. Тут есть какое-то каменное логово. Тут столько было кустов трав этой еды. А если я сделаю кирку? Крылья бабочки? Зачем? Там что-то внутри, там кто-то внутри есть. Где? В логове. Да, пусть сейчас что-нибудь сожрет кто-нибудь. А, я здесь. Так, у меня все перемешалось, я портфель свой потерял. Это, наверное, я подобрала. А, ну ладно. О, лед. Кстати, в лед это хорошая вообще прям штука. В казане можно как добавку делать. Лед безопасный. Это что такое у меня? Что за капелька такая внизу? Ниже мозга. Сколько льда нам дадут? Вот если бы я рыбу со льдом приготовил, тогда бы что-то вкусное получилось бы. Это я точно знаю. Лед заменяет любые ингредиенты. И ну, тут как раз много льда. Если тогда бы мы рыбу со льдом сделали, тогда бы у нас и здоровье бы прибавилось, и, угу. И сытости много было бы. Также тут есть боссы всякие. Угу. Но их надо подготовить. Ну конечно, там такое. Это броня, оружие. Так, надо сделать факел. Ага. Я и золото потерял, я все потерял. Да у меня золото, если что, есть. Я же подобрала от тебя. Надо будет, и передам тебе что сделать. Так, 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 так. Научная машина. Ой. У меня ресурсы просто перемешались. Ага. Мне бы рюкзак. Машина надо. Машина. Ну, ты можешь создать машину? Так, а где она у нас находится? В науке. Могу. Где ты? Так, а я тебя тоже потерял. Вот, стоямба. Так, что там выживание и внизу оно должно быть.
спальник. Можешь сделать вот так? Есть ресурс? Как? Да. С рюкзаком получше. Можно как-то сложить. Тогда все ненужное складываю. То, что нужно, чтобы под рукой было. А что это за тень какого-то монстрика была? Это у тебя рассудок, наверное, плохой. Нормально у меня. Ну как, ну не то, что плохой, но половинка, а наверное. А от чего он понижается там, повышается? Ну, от темноты. От темноты, наверное, в основном. Поэтому можно цветочки собирать. Цветочки хорошо рассудок повышают. Какая прелесть. Цветочки, грибочки. Что-то мы даже бифула не нашли тут на одном. Так вот именно. А что у нас карта? Ой, пойдем направо, блин, что ли, где мы сейчас? Я вниз иду. Там посмотрю. Тут лед есть. Лед это хорошо. Если будет, если будет казан, то можно будет еду готовить. Можно сделать также потом. Сломала. Холодильник и хранить там лед. Это уже на базе. Но ой, что это? Вчетвером, наверное, классно будет играть. Можно быстро распределить. Только надо, видишь, обязанности распределить. Угу. Допустим, каждый выходит. О, в разную сторону. Кто-то на юг, кто-то на север, там, запад, восток. И все сдохли. Не, почему? Каждый наберет свои ресурсы, да, изучит немножко карту. А потом ближе к вечеру возвращаемся домой на базу. И все у нас хорошо. Угу. Вот это я не хочу собирать цветочки. Нет какашек карта? Вообще нигде никаких. Что это такое? Ой, глазачки. Галюки, глюки. Страшно. Мой персонаж очень часто есть хочет. Ну, прям надо много. Да вообще капец какой-то. Он у тебя прям какой-то прожорливый. Ну да. Туда без смысла идти. За светочки. Короче, не очень у нас. Хорошо, уже седьмой день, у нас база не готова. Вообще базу надо лучше. Голубе. Базу надо делать ближе к девятому дню уже. Можно на десятый. Ага. А до этого лучше лутать. О, Мишка просто помогает мне рассудок восстанавливать. А, да, прикольно. Ну что, неделю мы прожили. Давай закончим, наверное, на этом. Давай. Продержались неделю. Да, нормально, в принципе. Не сдохли. Ну, как по одному разу, конечно, сдохли, но не совсем. Да. В общем-таки, пишите комментарии, вот, давайте подсказки обязательно. Продолжать нам играть в эту игру или нет? Стоит ли нам сыграть в кооперативе, не знаю, вчетвером или как? Пишите. Не знаю, согласятся, конечно, или нет. Но все же пишите ваши комментарии. Да. Мы прочтем это все. Обязательно. Всем пока. С вами был канал AlexPlay и PaperPlay. Ссылочки я оставлю под видео в описании. Хорошего настроения вам.